Основной причиной локальных технарушений является превышение потребителями многоквартирных домов, разрешенной к использованию мощности в 2 и более раза. Другими словами, потребители используют электроэнергии больше, чем предусмотрено их договорами. Если абоненту нужно увеличить мощность, ему следует обратиться в сетевую компанию и при необходимости выполнить ряд технических мероприятий. Нередко причинами перебоев с энергоснабжением становятся и вовсе факты простого хищения электроэнергии. Необходимо помнить, что ответственность за качество электроэнергии несут все субъекты, участвующие в процессе электроснабжения, как сетевая компания, так и потребитель. Все потребители могут обратиться для увеличения максимальной мощности своих энергопринимающих устройств в центр обслуживания потребителей, которые находятся в каждом районе города Сочи. Часто жители сами создают себе неудобства, нарушая нормативы и правила электробезопасности. Один из примеров – недавние жалобы жильцов ряда домов по улице Воровского на перебои с электричеством. Как выяснилось, там произошло несколько повреждений кабельных линий. Одно из-за проведения несанкционированных земляных работ при строительстве забора по улице Рос-50. Остальные из-за превышения мощности самими жителями. Чтобы устранить нарушения, специалисты сочинских электросетей заменили более 50 метров кабеля. Также стоит отметить, что не все электрические сети находятся в зоне ответственности Кубанинерго. Например, дома под литером 98 по улице Искра, где тоже произошли отключения, состоят на балансе территориальной сетевой организации М-сеть. И обращаться потребителям следует к данному собственнику, который несет всю ответственность за эксплуатацию своих сетей, а значит и за качество энергоснабжения. Энергетики обращаются к населению с просьбой рационально использовать электроэнергию, а также напоминают, что превышение допустимой мощности является одним из вариантов незаконного использования электроэнергии, из-за которого страдают добросовестные абоненты.